Всем сотрудникам удачи, здоровья, здоровья вам и вашим близким, с праздником. Энергии, личного счастья и новых успехов в работе на благо Урала и России. Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвышев. Всем благополучия и тем, кто сегодня в этот момент на посту у себя у нас в больнице. С праздником! На счастье. И еще один прогноз. На следующий год мальчиков будет больше, чем девочек. Мы будем любить, сострадать и трудиться на благо, здоровью на благо.